Здравствуйте, любители тенниса. Вот бывают ситуации, когда где-то рядом дети что-то разыгрались, разбегались там, или какой-то шум, ажиотаж, и бывает надо что-то рассказать или успокоить. И вот чтобы как-то привлечь внимание, ну, можно использовать иногда некоторые фокусы. Детям это интересно, сосредотачиваются, и потом уже дальше может или просто им сказать, что успокойтесь, или начать что-то объяснять уже по теме урока или просто. И вот так можно использовать, ну, подручные материалы. Вот шарик обычный, и вот так показываем. Сам фокус. Вот есть? Нету. Есть? Я думаю, вы легко разгадали, как это делается. Ну и примерно так. Вот берем раз и показываем, что шарика нету. На этом у меня все. До свидания, до следующих встреч.